Вот что-то пропадает, а вот почему пропадает? Все, едем. Вроде работает. Да. Опа. Так. Погоди, мне там тоже получить надо. Давай. Так, ну что, едем? Да. Попробуем. Что-то он странно заводится так. Остановимся.
тут на глазах, тут не маячись. Ну давай, пыли. Давай. Ну что, гоняем? Гоняем на мотике по городу. В закоулок заехали. Так-то нормально. Но к скоростям надо привыкать. Лапка стоит юпитеровская. И включается очень так. Ногу надо разбрасывать и туда, и сюда, и вперед, и назад. И что-то он глохнет. Не глохнет? Такое ощущение, как пропадает что-то. Сейчас нормально стало. Как будто то ли аккумулятор садится, не знаю. Ну, поездим, посмотрим. Сейчас еще покатаемся маленько, поснимаю. Вот. Так, ну что, едем. 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 Так, как мы заведемся? Декомпрессор. Вот. Начинает заводиться назад. Вот это я не пойму, что это такое. Садись, поехали.
сломался. Заведется с ноги. Короче, заглохли мы на перекрестке. Аккумулятор сел. Я заглох, пока едешь, он едет. Включил поворот и свет, заглох на перекрестке. И все. Достал аккумулятор, там вообще сухо, сухой. Прям сухой. Сейчас потянем до речки. Хоть с речки воды нальем. Да не завести, да-да, вот 3 километра. Ну что? Волоком. Сейчас дойду до одного, тут знакомый живет. У него электролит должен быть и зарядка, и все. Или просто с воды сейчас нальем туда. Воды, с речки воды. Помогало. Но зато и глохнет, что ему току мало. Опа! Как старые добрые! Ну, хоть с трассы съехали. А то гайцы поедут, оштрафуют. Сейчас позвоню товарищу одному, может, спасет. Или ждать, пока зарядится. Но он сухой-сухой аккумулятор. Идешь? Приключения. Едет спаситель наш. Везет аккумулятор. Так. Аккумулятор вообще сухой, просто вообще нет воды. А я не знаю как. Да нет. Аккумулятор вещь. Ну, я на нем езжу. Я ж продал, сука, лоханулся, еблан. Продал аккумулятор вместе с аккумулятором масленым. Так. Видишь, мне как-то надо дрыкнуть-то его. Давай я подержу, а ты заводил. Заводилкой-то не дрыкнешь. Почему? Крышка будет мешать, наверное. Она не снимается? Не. Не знаешь, как лучше сделать. А так вот, наверное, не хватит. Давай, я аккумулятор. Так, я сейчас тебя заведу от твоего, а потом подключим этот. А это Олег, вон свалился пока. Это минус, сейчас погоди, от твоего заведу. Паш, возьми-ка каску. Давай, крышку. Крышку вниз. И все. А погоди, а лампочка горит. Он подзарядился. Так давай подзарядим маленько. Что? Мы его кинем просто плюс и минус. Он возьмет, да? Возьмет. Ну, он тебе горит. У меня целый, он заряжен.
Так а почему он заглох-то? Подержи вот так. Лампочка-то горит. А, и все. И села. Надо подзарядить. Так. Так, держи. Держишь. Вот. А, я выключил. Сейчас поработаем. Ключи. Да? Ключи, да, я закрою. Ну все, Сань, спасибо. Ну что, поперли домой. Я там поеду. Давай. Ну я тут.
Аккумулятор сухой, и из-за этого попали мы в просак. Включили на светофоре поворот, свет, тык заглох, хоп, аккумулятор сел, и все, и не завести. Вот чем какой минус от аккумуляторной системы. Стояло бы CDI, ехали бы спокойно. Хотели съездить на озеро, но не получилось. Не фартануло. Не фартануло, да, как моя говорит. Ну что, надо заливать электролит, смотреть, как он будет держать. Ну а так, в общем бы нормально. Ну такое вот непонятное катание. Ладно, все.